Воу-воу-воу-воу, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И смотрите, пролетал я на... извините за то, что я микрофон случайно ударил. Мью-мью-мью, я пролетал над джунглями и заспавнился мью. Я сразу включил, потому что никто бы мне не поверил, что вот я нашел... Я, кстати, Лапроса словил пару секунд назад. Ну, секунд не секунд, но... Мью! Ну, шайни не шайни, но... А-ла-ла-ла. Еще один мью. Я сразу, когда вот пролетал над джунглями на Черезардом, сразу видел, что мью заспанился, сразу... Мью-мью-мью-мью-мью, я понял, что ты мью-мью. По поводу Мью, мне даже не жалко еще один мастербол. Это же Мью. Я понимаю, что там Молтрес, да, я понимаю, что там Райкваза, но как часто спавнятся Райквазы и как часто спавнятся Молтресы, а как часто спавнятся Мью? Согласитесь, что не очень таки часто. Кстати, по поводу Лапроса вы сейчас, наверное, ну, наверное, не наверное, но сейчас вы видите скриншоты, как я нашел Лапроса. Там их пару штук было, вроде три штуки, да. И я, ну, словил Лапроса с помощью нетбола вроде, да. Не знаю как, но, ну, хотя бы, да, в принципе, с нетбола словил. Да, по поводу Мью, реально офигеть. Так, пока я бежал к покемону боссу, он пропал. О, капут. Ладно. Вот то, что Мью офигеть. Девушка, да? Вот, ну да, вроде женского пола. Вот что-то опять глючить начало. Такая маленькая. Если считать с первой Мью, то это, не знаю, в пару раз меньше, чем та. Фу, ну в принципе реально, офигеть, что я еще нашел одного Мью. Он действительно очень редко спавнится. Ну вот, еще раз покажу, я пролетал над джунглями. Вот. Спавнить на джунгл биом. Фу, офигеть, что Мью заспавнился. Даже не жалко на него потратить еще один мастербол, это же Мью. Если бы я ловил всех Райкваз, например, то у меня бы уже штук 5 было, если не больше. 5 не 5, но 3 точно. Да, 3 или 4 даже. Если бы вообще Шани Мью заспавнился, вообще капот бы был. Так, кого бы что-то дайл. О, покемон босс. Где-то он вот там. Ай, вот реально что-то глючить начал. Опять что-то не рели. Просто опять грузится, потому что них фиг его знает, что это. Так, я уверен, что он не под землей, а что он в воде или... Или, например, где-то вот там. Потому что он более так светится как-то. Так. Секундочку. Да, ну, фиг его знает, где... А, вот это... Чё это? Вот это он? Это зеленая баттерфри, да? И где она? А, вот она. Так, давайте Молтреса. Или же Мью. Посмотрим. 111 уровень, ни хрена себе. Воу-воу-воу-воу. Чё это? Давайте Молтреса. Если бы ты еще не глючил. Да... Че ты отзываешься-то? Ну чё это за лаги? Это что-то непонятное.
Баттерфри, не... Чё за хрень? Так, секундочку. Так, я перезашел, сейчас посмотрим. Хрен. Это не знаю, кто баганный, наверное... Наверное, все-таки Баттерфри, так как... Пролетает мимо нее и хрен попадает. Во. Чё это за лаги? О, наконец-то. Ух ты, сколько всего выпало. Во, лаги были. Чё-то я вообще не понял, что это было. Давайте полетим куда-то. Forest Hills, Forest Hills, Forest Hills, 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 Hills. Zapdos. Ну где ты, Zapdos? Уже две штуки мью были. Есть, в смысле. Вот, опять что-то глючит. Я вроде нажимаю летать, и он... Во. Что-то. Так. Что-то, ну... Подлагивать немножко все-таки. Если бы я еще вот тогда мью словил, да, шайни, то вообще бы три штуки мью бы были. Плюс к тому еще один шайни. Фу, ну, если так считать с покемонов, кто нам остался? И вот кого я еще вспомнил, кого у нас еще нету. У нас нету... Как он называется? Шелден? Шелдер? О, покемон босс. Ну, которых очень большая куча всегда на маленьких островках в океане. Их всегда там полным-полно. Ну, слазь ты уже лагучий. Во-во-во-во. Чё это такое? Опять мир начал глючить. Непонятно от чего. Вот тут покемон босс в шахте. Тут тоже в шахте. И вот тут еще один заспамился. И вот тут в шахте. А. Ну, фу-фу-фу. Чё-то вот эти лаги... Не могу я так играть, дорогие друзья. Эта серия, наверное, будет короткая, потому что, я думаю, заметно, что... Во, что глючит просто жестоко. Поэтому, дорогие друзья, я понимаю, серия... Так, сколько там? Этот эпизод очень короткий, можно и так сказать, но... Я видно, что... Ну, я не могу так играть. 3 FPS, 12 FPS. Это что-то непонятное. Почему оно так глючит вообще? Не могу я так играть, дорогие друзья. Ну вот, я еще сюда как раз нашел вот это. Сейчас мы еще сюда заберемся. Попытаемся. Во, упал, смотрите. А жизни? О, только сейчас отнялись, вукапу. Нужно будет, вот, косточки как раз насобираем. Нужно будет повыращивать пшеницу и вот это все. Ух ты, не-не-не, дорогие. Ух ты, сколько там покемонов в воде? Чё это? Нет, не могу я так играть, дорогие друзья. А, ну да. Где-то вот тут, да? Во, смотрите. Офигеть. Чё это такое? Опять начал мир глючить.
Фу, давай, дорогие друзья, на этом закончим. Извините, но просто такие лаги. Не могу я так играть. Не могу. Давайте на этом закончим, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я только снял вот этот эпизод только за то, что я на начале Мью нашел. И поэтому... Ну, в принципе, да, можно так сказать. Но нашел Мью, это отлично, да. Будем сейчас продолжать искать Забдоса и Тотодайла. В принципе, все, дорогие друзья. О, там, ща, ну как раз добегу я туда. Если там кто-то будет нормальный и, в смысле, не в земле. Нет, Лунатон. Лунатона у нас Метанга еще нету, Лунатона у нас нет. Вот. И Шелдера. Или Шелдон, или как он там называется. Вот, их еще нужно будет найти и словить. Кого я вспомнил, что у нас еще нету. Вот, их у нас нету. Ладно, все, дорогие друзья, на этом мы можем закончить этот эпизод. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.